Привет, дорогие друзья! Очень часто мы переоцениваем действия власти, то есть мы говорим власти Зеленского, его окружение, то есть говорят, ой, они там придумали, там продумали и так далее, свое мнение по поводу того, что они придумывают и так далее. И если вот это так далее, я высказал в эфире телеканала. Ну, Анатолій Шарій, друзі, з'являється на нашій плазмі. З ним будемо обговорювати. Лідер партії, партія Шарія, з нами на зв'язку. Вітаємо в нашій студії Першого Незалежного. Здравствуйте. Пане Анатолій, ми хочемо от коротенько або не дуже коротенько почути вашу характеристику цих років роботи уряду і президента. І куди ми рухаємося з тим, що є в нас зараз? Тому що оцінки тих чи інших експертів не дуже втішні. Так я же не являюсь экспертом, правильно? Я просто со стороны наблюдаю, куда двигаемся. Но я думаю, что уже приехали, в принципе, и сейчас. Но я вчера уже сказал, что Владимир Зеленский пробивает второе дно. И то, что вы сказали по борьбе с его политическими оппонентами, он борется с критиками, он даже не то, что там с политическими оппонентами. То есть ты смеешь критиковать Владимира Александровича Зеленского, он обижается и натравливает на тебя полностью все силовые структуры, суды, что стало понятно по вчерашнему абсурдному абсолютно решению, которого, кстати, еще нигде нет, да, оно же нигде не опубликовано. Офис президента настолько офигел, это лучшее слово, вот просто офигел, что он же абсолютно не боится. Вот если бы при Януковиче такое было, что вдруг администрация президента заявила, там есть решение, его еще нет нигде в реестрах, но мы уже о нем знаем. Ну, то есть это же прямое следствие давления на суд, правильно. Это значит, что решение это мутное, это значит, что решение было... ну, реально телефонная. Но они не боятся, не стесняются. Кто об этом говорить будет? СМИ. Они прикрыли СМИ, которые могут об этом говорить. И поэтому, когда я включаю вот эту вот бегущую строку, я вижу там все эти средства массовой информации, которые ни в одной стране такими не являлись бы. Это помойки. Вот. И вот они массово сообщаются, друг друга ссылаясь друг на друга. А со мной связываются один журналист, два журналиста за два дня и так далее. Я считаю, что вот это лучшая характеристика того, к чему приплыли. Зеленский борется с олигархами. С какими олигархами он борется? Ну покажите, где борьба с олигархами? Я сегодня слышу заявление по поводу, вот, наконец-то закон по поводу борьбы с олигархами у нас есть. При этом на пресс-конференции Разумков, пытаясь сохранять хоть какую-то дипломатичность, да, объясняет очень обтекаемо, что... Вот эти нормы нарушают однозначно Конституцию, потому что по Конституции указано, что любой гражданин Украины не может быть ограничен в своих правах владеть СМИ, избираться куда-то и так далее в связи со своим материальным положением или, самое главное, в связи с решением СНБО, то есть внесудебным решением. Но когда мы говорим «внесудебное решение», мы должны понимать, что судебные решения при Зеленском стали уже тоже, это не тот смысл мы вкладываем теперь в это определение, судебное решение. Потому что, к примеру, опять-таки, то решение, которое вчера они анонсировали везде, о том, что будет арест или уже совершен арест всех активов блогера Шария. А кто такой блогер Шари? Блогер Шари что? Чиновник. Он разворовал власть, он как-то украл из бюджета. Ну что, он на каких-то финансовых потоках сидел. Или что, он был народным депутатом, в Кабмине работал. Вот я не помню ни одного решения о блокировании активов, не блокировании, аресте активов Коломойского, Пинчука, Ахметова где-нибудь в Европе. То есть, получается, я главный олигарх, правильно? Ну, выходит, что так. Так о чем мы говорим? Куда мы там идем и так далее? Мы уже пришли, мы уже приехали. И это все на фоне абсолютно раздолбанной страны. Вот и на развалинах этой страны Зеленский сейчас будет строить еще и университет имени Зеленского. Президентский университет. Хотя образование, если бы он почитал немножечко, хотя бы закон про образование, он бы узнал, что образование не может быть политизированным. Какой президентский у него университет будет? А стоимость университета составляет $300 миллионов. Об этом кто-то сильно говорит, об этом кто-то сильно кричит. И говорят, он сошел с ума, нет. Нет, не говорят, потому что Зеленский, я думаю, в итоге, вот там, где ВДНХ, который он собирается полностью снести и построить там свой великолепный университет, на котором украдут неизвестно сколько денег, да, заполнив его какими-то мифическими преподавателями из европейских стран. С каких европейских стран? Кто приедет? Я даже не хочу называть, даже они не приедут. Вот. И мне кажется, вот на фоне всего этого он построит такого большого-большого 40-метрового золотого коня.
в итоге, на котором будет сидеть он же сам. Потому что деградация личности Зеленского и превращение его в абсолютного Калигулу, мне кажется, уже завершена. Мы не можем говорить, куда мы идем, мы туда пришли. Так. Я не знаю, ви чули цю цитату чи ні. Я наводила з матеріалу видання «Українська правда». Процитую ще раз. Журналісти от стверджують про те, що більшість свого робочого часу Зеленський витрачає на війну. Щоправда, не за майбутнє України, а проти тих, хто гарантові не подобається. Ось така здумка була у видання «Українська правда». Якщо взяти галузь саме медійну, у нас за останні півроку, зокрема, три телеканали випали з ефірного мовлення, деякі телеканали оштрафували, окремі журналісти не допускаються періодично на офіційні якісь візити. І все це відбувається на тлі того, що ну це не таємниця. У нас медіаспільнота розрізнена, умовно кажучи, поділена на своїх та не своїх. А ось таке от зізнання від «Української правди», що ще раз цитую: президент бореться не за майбутнє України, а проти тих, хто гарантові не подобається. Це може стати якось передумовою до об'єднання всіх медійників. Нет, ну я не могу объединяться с медийниками, которые сообщали фейки абсолютно ужасающие, которые потом приводили к гибели людей. Я не могу объединиться с Радио Свобода. Вы знаете, Радио Свобода процитировала меня. Вчера я как раз делал видео на этот счет. И они там сказали, что вот цитата. Шари там назвал, что Небесная Сотня, они вот такие там, оскорблял их. Я просто не понял, что это такое. Нашел видео. Оказывается, я вот так вот сказал. И после этого сказал: смотрите, так нельзя говорить. Я хочу, вот с ними можно объединяться. Это пропагандисты самого низкого пошиба. Вы не понимаете, что медиаспильнота, ну понятно, что вынуждены существовать в определенном там медиапространстве. При этом отдельные граждане, и лично имхо 80%, не могут называть себя журналистами. Но не может журналист выдавать постоянно какой-то оскорбительный материал со своими личными оценками, не обращаясь хотя бы к тому, о ком он пишет. Вот я блогер. Если бы они называли себя блогерами, то было бы хорошо. Но это же средства массовой информации. Та же «Украинская правда», которая сильно умничает, выдала блог своего редактора, такой сидит сутулый. И вот он там рассказывал как раз-таки по поводу Шария, как его надо достать, да какой он криминальный. Что криминального совершил Шарий? Нет, я с ними не собираюсь объединяться. Ваше право объединяться с ними. Но эти ублюдки радовались тогда, когда вас закрывали. А наскільки ходів Офіс Президента, Банкова, ну така колективна Банкова, прорахували всі свої політичні ходи і стратегії? Опять-таки, буду говорити те, що я знаю. В отношении мене вони одноходові совершенно. Тобто вони будуть прокукарекати, а далі хоч не розцвітай. От вони подали в суд запрет партії Шарія. На останньому судебному засіданні оказалось, що вони подали в суд без доказательств. Тобто доказательств не предоставили в суд. Суд это принял, рассматривал, пока не дошло до рассмотрения доказательств и поняли, что их нет. Тогда суд решил в ходе судебного следствия искать такие доказательства. Ну вот это не одноходовость, вы скажите. Одноходовость, конечно же, по мне. Они объявили государственную измену. И они не передают его в суд. Они не передают. Прошло уже два раза по сроку, который должен срок до судебного расследования. Они обязаны были передать. Они уже два раза затянули. Потому что нет доказательств, вообще ничего. А тут чепуху, что они написали, это просто вот опять-таки. Вот они действуют как 95-й квартал. Вот 95-й квартал, написали сценарий, там ха-ха, как все посмеялись, а что дальше будет, неизвестно. Вот та же самая история. Сейчас Печерский суд, ну, во-первых, у меня что-то есть такое ну, вот подозрение, что в цивилизованной стране подотрутся этим решением Печерского районного суда. Это у меня есть такое подозрение. Второе у меня подозрение, ну, я вам лучше потом расскажу, что будет дальше, да. И еще самое главное у меня подозрение, что скоро начнет прилетать уже в юридическом плане ответка Украине. Потому что, вы знаете, можно терпеть вот эти вот выбрыки непонятных этих клоунов, но мне кажется, что надо уже с ними начинать общаться юридическим языком европейских судов немножечко для того, чтобы спесь слетела. Я думаю, что скоро начнем. Поэтому, ну, как бы прыгают, вот как та собака, прыгает, не задумываясь. А если ее сейчас пнут, и политически сейчас завизжит. Давайте посмотрим на ситуацию с Беларусью. Вот смотрите, ситуация с Беларусью. Влазит, вот как идет мимо, там кто-то дерется. Надо влезть обязательно туда. Всунули свой нос, везде Кулеба сообщил, что мы первые. Мы еще раньше, чем Европа это сделали. Европа взяла пример с нас. Вот такую чушь сообщает. А потом Беларусь моментально реагирует
и вводит, конечно же, они говорят, это не санкции, но понятно, что это было по поводу лицензирования товара. Что происходит дальше? Маленькая собачка, которая вдруг бросается, непонятно, в чужую свору, начинает визжать, а нас за что? Это что, нормальная история? Маленькая собачка, я, конечно, называю украинскую власть. Вот, и эта маленькая собачонка начинает вдруг кричать, что Лукашенко ведет себя по отношению к нам как-то там неправильно. Так вы сумасшедшие, вы сначала делаете, а потом думаете. Мы запретили, они запретили полеты белорусских судов над Украиной. Лукашенко говорит, ну окей, значит в Крым будем летать через территорию России. Вы же сами этого захотели. Таким образом, Лукашенко признает Крым. Конечно же, он сейчас признает Оргло, признает все что угодно. Потому что со стороны Путина ему прилетает 500 миллионов долларов, со стороны Украины ему летят неадекватные санкции. В их даже официальных заявлениях звучало такой посыл, как бы, а за что? Что мы же вам ничего не сделали, зачем вы это делаете? Это адекватная вообще реакция? Сегодня Кравчук, представительница ярчайшая команды президента, заявляет, что да, белорусы все равно ничего не ведут, говорит, опять это риторика, а если они что-то ведут, у них закроются заводы, и мы будем им гуманитарную помощь отправлять. Вот я хочу, чтобы белорусская власть узнала об этом заявлении Кравчука. Евгении Кравчук, чтобы они узнали и, возможно, каким-то образом отреагировали, дав понять, что гуманитарку можно оставить себе, районам Донецкой области, Луганской области, да районам Житомирской области. Вот, поэтому они одноходовые, вот такое мое мнение. Що ж, будемо вже вам дякувати. На жаль, наш ефірний час обмежений, але почули ваші думки, Анатолій Шарій.